Привет всем! Вот такой вот небольшой обзор огорода на 17 августа 2021 года. Продолжает цвести гелиотроп. Такие вот цветы. Какой-то поярче цветет, попышнее так. Ну, некоторые уже начинают отцветать. Астры такие вот. Такие вот астрочки цветут. Цветет и львиный зев, и кариопсис. Вот одни цветочки сменяют другие. Такая вот красота. Ну и кариопсис. Такие маленькие желтые солнышки. Вот здесь куст амаранта растет. Самосейка. И вот вырос и уже зацвел. Кстати, его пересаживали уже в большом таком. Большой он уже был куст такой, наверное, вот примерно с половину. Потом было пасмурно, и он прижился, вот и, в принципе, хорошо разросся. Там вот еще один кустик, самосейка. Ну, а вот этот куст из четырех растений был выращен они в теплице рассадой, поэтому такой вот огромный-огромный кустище. И вот такие вот красные хвосты у этого амаранта. Конечно, очень тоже красивые они. Лук уже вот так вот полег. Ну, пока погода стоит хорошая, сухая, в принципе, ему ничего не будет. Пускай он здесь лежит на грядках, подсыхает и подготавливается к уборке. Луковицы, не скажу, что прям супер крупные, но нормальный такой лучок. Кто-то в комментариях, кстати, написал, что это лук шалот. Ну, не знаю, мы всегда его садим, поэтому какой лук? Шалот, не шалот. Вот такие вот луковички. На гребнях. Где-то помельче есть, где-то покрупнее. Есть вот такой светлый лук. А есть, который вот потемнее. Поэтому такие дела с луком. Земляника цветет кое-какая. Ягодки собираем. По мере их поспевания. Здесь еще усов вот этих понаукореняли немножко. Потом надо будет все пересаживать это на землю, вот когда здесь, кстати, такой подсолнух. Потом все нужно будет это пересаживать вот сюда, вот где лук растет, где второй, даже не вот где этот растет лук, где другой. И уже чтоб вот здесь вот укроп берется, лук уберется, и здесь вот будет зимовать она, эта земляника. Из усов, которые. И вот так вот цветут шафраны. Ну, или бархатцы желтые. Ну, почему-то называем их шафранами. Кукуруза начала вот цвести, но с нее, скорее всего, толка не будет. Если ранний заморозок, то вся она, конечно, помёрзнет. Надо будет смотреть прогнозы. Хотя бы бабушкиной корове тогда убрать эту листву кукурузную. В общем, не знаю, посмотрим, какая будет погода. Капуста вот такая вот. Качанчики вот у поздней. Такие вот. Не лук эксибишен, сейчас покажу. Другой. Такой лучок эксибишен. Еще не укладывается тоже ботва. Такой лучок. Там вот эти лукопорея цветут, эти махалки. Семена потом надо будет собирать. Вот здесь вот тоже вот такой уже хороший качанчик поздней капусты. Ну вот, все в шафранах, в общем, в этом году. Огромные такие большие кусты. По одному растению растут. Вот такая вот красотища.
здесь вот по краю грядки немножко посадили редьки черные, вот это зимний. Вот такая вот уже она выросла. Сеяли, наверное, где-то в начале июля, числа 5 или 7. Несколько вот помидорок сорвали. То они уже переспевают. Даже вот лопаются. Такие крупные томатики. Нам как бы много не надо собирать в большом количестве. Вот так вот, когда нужно, тогда пошел, сорвал. Это вот чудо земли такие вот. И вот здесь есть еще один. Вот это вот. Нет. Это все чудо земли. Только вот один вот этот вот. Это получается любимый праздник. Остальное чудо земли. Вот такой вот огромный вырос георгин. Больше 2,5 метров, наверное. Еще только один зацвел. Это один только цветок распустился. Здесь еще кустик вот такого вот амаранта. Клеома в этом году маленькая такая вот. Как-то совсем не росла она. И помейка такая выросла. Высокая. Вот с одного растения столько зелени. Ну и, конечно же, наши цинии. Такие есть очень симпатичные, красивые цветы. Какая вот окраска это в смеси. В общем, здесь всякие разные. Некоторые процветают, некоторые вот только будут зацветать, поэтому вот одна спортилась. Одна спортилась. В общем, в уголке вот здесь как-то. И в прошлом году несколько, именно вот здесь в углу почему-то. Но все остальные вроде ничего, нормально растут. Немножко вот так здесь еще петуния цветет, но большая часть ее отцвела. Ну а вот эти, которые растут на солнышке в двух больших таких объемных горшках, вот они цветут. Такая вот петуния. Рубиновые звезды называется. Гибридная петуния. Ну, я в этом ничего не понимаю, поэтому не могу сказать, что это. Ну вот, кто знает, подскажите, вот что такое гибридное. В общем, такая вот очень даже симпатичная расцветка. Ну, цветет она все лето. Была изначально не очень пушистая, а потом вот так вот распустилась, распушилась и все собой вот так прикрыла. Это изначально ее особо не формировали. Ну, только изредка убираем отцветшие вот эти вот цветы. А так цветет все лето. Ну, и пчелки уже особо не летают. Потому что процвело много что. Уже не так хорошо у них со взятком. Но что-то все равно приносит. И вот сейчас только заметил, как облепиха завалилась. Ну, хорошо, что не сломалась. Веревка не выдержала. Просто вот такое количество ягод. Потяжелело. Прям вообще надо прям толстую какую-то веревку искать и подвязывать. Все в ягодах. Просто все вот усыпано ягодками. Ну, еще вроде бы она не поспевшая. Ну, кисленько. Ну, то, конечно, вкусное тоже. Сороки ее любят прям вообще. Вкусный облепиховый вот такой вот компотик можно делать. Кто-то желе. Ну, кто что любит. Кто-то перекручивает ее. Тут, в общем, рецептов огромное множество. Ну, вот еще один такой вот кустик из множества растений, самосеек. Место здесь осталось, пересадили их, уже большими тоже, жарко было, но они прижились, вот так вот разрослись. Может быть, не так это прям супер красиво, но тоже вот такие вот
хвостики. Там даже уже повисает. Тоже симпатично. Главное, что он неприхотливый, вообще любые пересадки все переносит. Главное его полить хорошо, и все. Приживется 100%. И баклажаны вот белые в целом хорошо растут. Постоянно собираем их. Немного завязи. А вот один кустик немножко начал портиться. Ну, тоже вот такие баклажанчики. Вот один. Может, и не один даже. Листочек спортился. В общем, сейчас туманы пошли, хоть и накрываем. А туманищи просто вообще страшные. Настолько страшные туманы. Дынька вот здесь лежит еще. Ну, еще как-то она не особо пожелтела. Пускай дальше лежит. Здесь немножко перца растет. Какаду. Один кустик всего. Ну, вот баклажанчики такие вот. Тут вообще хороший, надо уже срывать. Такой вот большущий баклажан. Такой вот огромный. Это Андрюша называется. Вот такие вот у него баклажаны. Ну, в целом хватает. Там тоже вот такой вот огроменный баклажан. Там хватает. Небольшой вот такой. И то даже это много. 4, 5, 6, 7, 8. 8 растений здесь. Даже 8 это тоже много. Оптимально 6 выращивать. И хватит. Может даже еще меньше. Потому что в целом всегда есть, через каждые 3-4 дня можно сорвать, чтобы они не переспевали. Потому что если они переспеют, вот эти баклажанищи вырастут очень большие. Они, ну это не как магазинные. Магазинные они большие, без семечек. А вот, вот эти вот на растениях все равно они в семена сразу начинают образовывать. Ну это не очень хорошо. Потом они расслаиваются, когда жаришь. В общем, лучше не перезревали, чтобы они... Вон там багира еще растет, баклажан. Немножко там вот. Здесь еще кустик. Ну, вот он не такой. Может, не на солнце, что, ну, же листья плохие есть. Но уже близится осень все-таки. Уже чувствуется, что осталось каких-то 2 недели, и сентябрь придет. Картошка уже вот такая вот. Выкапывали в этом году. Хорошая вообще картошка. Как-нибудь надо будет показать картошку. Вообще классная. Крупная такая. Ну вот такая вот ботва. Ботвище. Откуда взялся укроп вообще? Не приложу ума. Было вообще мало. Весь выпалывали. А затем вот нарос откуда-то. Он тоже вот так симпатично. Главное, что от жары он прикрывал. Все равно так не жарило. А солнце было вообще страшное. Без дождя, когда хоть и польешь, а это прям вообще капля в море. Этого лага, она тут же испаряется, и все. И начинай сначала. Поэтому укроп тоже вот он немножко, да, выглядит именно прикрывал от палящего солнца. Вот такой вот амарант. Ну и кукурузка. Вот эту, которую раньше садили, она уже спит. Початки вот такие вот. Когда засыхает, это значит уже скоро она должна поспеть. Такие вот початки. Да тоже уже, наверное, треснул. Может и нет. Хорошая в целом. Это вся попкорновая кукуруза. На попкорн. Ну, земляника некоторая прям хорошо еще цветет. Такие ягодки.
Ну, уже в основном, конечно. Кое-где такие хорошенькие. Ну, так. Много уже та, которая процвела. Уже мелковатая. Вот такая вот ягодка. Даже немножко испортилась. Вот это именно туманов. Потому что сырость все равно не поливали. Но вот от тумана, вот это от утреннего, все равно какой-то, как будто сырое все. Но без спанбонда все-таки выращивать намного тяжелее. Она и грязная, и портится больше. Поэтому те кусты надо будет тоже все затягивать спанбондом и делать грядки. А с этими грядками вообще не знаю, что с ними делать. В этом году их, наверное, клещ поразил. Именно вот эту вот крупноплодную. Надо будет ее, наверное, потом перекапывать как-то. И пересаживать, рассаживать. Здесь она густо у нас сидит. В общем, с ними надо будет работать. И вон с тем, вон клочком. А мелкоплодная, она, в принципе, нормально растет. Собираем сейчас понемножку. Поэтому... такие вот дела. Здесь тоже цветет еще кое-что. И ягодки вроде бы есть. Такая вот. Ну, тоже уже, конечно, остатки роскоши. Тут и портится кое-где от сырости. Поэтому самое все-таки хорошее было именно в июне, в июле еще. А сейчас, в августе, от сырости, от тумана, уже подпорчивается. Поэтому вот такой вот небольшой обзорчик. Но всем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго. Thank you.